Пока, Пуся. Теперь можно втаривать подарки ей, ха-ха. Вот он, гуру. Грандмастер дед. Здравствуйте. Это ж, у тебя новые серьги? Нет. Ужас какой. Ну что, есть что выбрать, Санечку? Варианты? Ну да. Что еще, Сашка, синего купи? А может пошли, может красный куп или что? Смотри, горшок. Горшок синий? А что, четкий вроде? Нормально. Смотрите, поехал, короче, покупать девушке свой подарок на день рождения. Сашка повторяет себе кроссовки. Причем одинаковые. Вот если он оденет два одинаковых кроссовка, никто не заметит, что это его. Сашка, зачем вам два одинаковых кроссовка? Что, какие лучше, белые или черные? Тебе какие больше нравятся? Белые. Вот эти поинтереснее. Давай, ты сможешь. Вот все так бывает. Вот думаешь, затарить девушке подарок на день рождения завтра, а покупаешь подарок Сашке. Сашка, ты доволен? То, что я тебе купил. В смысле? Ты скажешь, это не я? В смысле? У меня на камере полурпруфы. Я платил только что своей картой. Слушай, вопрос. Я вот, когда хожу в своих кроссовках, я их сношу вообще в каку. А ты вот, у тебя они даже новыми выглядят. Зачем тебе еще это один? Это единственные, которые в живых остались просто. Ага. Мамочка, я тебя люблю. Че, нормальный медведь? Как я. Ты такой же толстый. Ну, похоже. Ты потолще будешь. В смысле потолще? Я не потолще. Так, ладно, пошли еще изучать. Че, или какого, или вот этого? Не, ну вот с этим вы наравне. Не, я про верхнюю. Ой. Еще как прыгнет на тебя сверху. Мишка. Тут братишка у меня новый появился, вон сидит сзади. Как надо вообще. Сашка, как тебе мой новый брат? Ну, безопасность. Главное, безопасность. Мы его пристегнули, все, можно ехать. Дальше трогаем. Сашка, скажи, тяжело было в выборе? Сложно выбирать? Земляничная мне всегда было больше по душе. Ну, короче, как-то так вот у нас на заднем сиденье валяется. Будем что-то мутить. Цветочки Пуси купил. Сейчас будем дарить. Норм вроде. Пойдет. Пойдемте, пойдемте поближе. Санечек. Сорян, бегал я тут по своим делам. Сейчас выйдешь, будешь агриться, наверное. Тебя ждали. Просто, понимаешь, я тут немножко занят был. Стригся там, мылся, цветы тебе покупал, все дела. Так что давай уже выходи быстрее. Пуся, с днем рождения. Спасибо. Мой хомяк любимый. Я тебя так люблю. Будь хороший. Понятно? Да. Отлично. Ты же мой зая. Спасибо. Побрился. Ура, ты побрился. И все? Чего еще? И все? Я тебя люблю. И все? То есть я только побрился? Что ты еще сделал? Джинсы надел. То есть я только побрился? Что, постригся, что ли? Ну поехали. Ты что, не знаешь, что я постригся? Нет. Что меня тут гелями всякими распуфырили? Нет. Лаками и прочей штукой? В смысле нет? Я был оброшен, Илюха. Чего? Которое видео на ютубе. Чего? Хороший камера. Все, можно садиться. Камеру. Это новая камера. Ну да. Я видела. Are you ready? I'm ready. Шедевр. А почему у тебя фокус на соевом соусе, а не это? Ты сфокусируй как надо. Горизонт. Нет, у
типа не фокусируется там, где на. А вот. Оп, со спиннером. Знаешь, я считаю тебе сладкой жизни. Спасибо. Обалдеть. Вау. Красоту такую. Как ее есть вообще? Какая прелесть, господи! Это музейная страна. Так, это не есть, это бутафория. Офигеть. Офигеть. Тут нету бутафории, кроме вот опера. Я... Это вообще прикол. Розы, они, конечно, не белые, но открой, я кину наушники. Открой, пожалуйста. О, спасибо. Надо включить музыку. Включи мне белые розы. Да подожди, просто подари мне его. Нет, под белые розы. Ты снимаешь? Сейчас будет красиво, сейчас. Я тебе не знаю. Давай. Сейчас я прибавлю. Илюх, пока. Я ее забираю. Все мои сладкие, мои тюбы. Все тут видит, как ты возьми. Спасибо большое. Не хочу больше. Нас едят. Не попался палка. Ты что, бухала уже, да? Конечно. Я с родителями бухала. Ты такая интересная. Саш, да. Давай, Силы. Ты же взрослая девочка. Такая красивая. У меня есть цветочки, у меня куча цветочков сегодня. Сегодня надо будет спознаться с цветочками. Прости, не опоздала. Здравствуйте. Привет. Это да. Первый день, когда я приехала раньше нее куда-нибудь. За 2 года. Зай, винишко открывать? Когда-то. Я увидела твою фотографию в Инстаграме и думаю, какая красивая девочка. Хорошо, что Леша с ней не учится в одной классе. Сколько раз я говорю, ты это слышала за 2 года? А потом я пришла на собрание первокурсников, там тоже плоты. Думаю, господи, какая красивая девочка. Хорошо, что Леша с ней не учится. Прошло 2 года, как мы с тобой познакомились и друг друга полюбили. Угу. С первого взгляда. Ну, лично я с первого, я не знаю уж. Ты, конечно, еще мразь. Ты тоже ничего такая. Я даже не знаю, Мирин, так не люблю. Я не знаю, кого бы я еще могла так ложить. И кто так вложил в меня. Искренне, при этом любя, при этом, как бы, блядь, что все охеревали и думали, что мы реально друг друга ненавидим. Ебанутые люди. В общем, свети, люби, будь любима. Будь счастлива и знай вообще, что ты хочешь от этой жизни. Тебе уже все-таки 20 лет, тебе нужно, как я уже тебе написала, родить ребенка, выйти замуж. Ну, сначала выйти замуж, родить ребенка, хотя как получится. Как... Алло, блядь! Нет, не сейчас. Я еще трезвая, что драться. В общем, я рада, что у тебя есть Илюха, а ты есть у Илюхи. Да. Да. В общем, ладно. Пей, а потом по кругу. Мало. Надо было стаканы спереть. Обожаю вас. Спасибо большое. Давай, пока. Очень время милоты. Настя. Ты кто? Ага. Комар на льву. А ты красиво. Так вот. Да, давай, я слушаю. Ты твоих детей. Жизнь. Да что ты? Голова влезла. Я тебе, говорит, помню брюнеткой. Брюнеткой? Я не была брюнеткой. Она. Ты ее помнишь брюнеткой? По фоткам, да. Я же за ней следила, пиздец. А, ты хотела ее чпокнуть? Нет. Она просто красивая. Кто, а Санечек-то? Ну да, да, так нормально. Ничего такая вроде. А рыжий еще. Видишь, можно. Такие. Да, виртуозно, виртуозно. Так и закручивайся ко мне. Я на каблуках стою. И у меня вино. Да, сейчас парень. Сейчас. Тихо, вино, блин. Опс, виртуозно. Не смей. Я почти грациозно на каблуках. Почему мне все напоминает торпеда, блядь?
Это все ты, женщина. Мужчина, вернее, прости. Илюх, я на твоем месте задумалась сейчас. Задумалась? Она сказала, задумалась. Я ее тоже никому не даю. Ну просто да. Не так... подходи к моей женщине. Палку дай. Тихо, аккуратно. Выбирали вы палку либо... Ой, ты какой. Ну все. Я в твоем месте палку выбрала. Он к тебе хочет, хочу. Ну так как мы с тобой начали целоваться, а ты такой потом через пару дней. Да, а мы с Санечкой давай все встречаться. А это через неделю мне. Не было такого. Че ты пиздишь? Че ты пиздишь? Чё я ты, вообще-то в курсе. Че ты пиздишь? Че ты пиздишь? Ты пиздина. Обожаю свою подругу, своего парня. Прям. Просто ты заметила всегда, когда мы встречаемся, начинается вот это вот. Ну это же, вот как у нас с тобой мы друг друга лошпентим, вот так же и с Илюхой. Чего? Я, это так же у меня с ней. У нас это закупит. Блядь! Треугольник, сука! Сейчас помню, как по-казахски треугольник, это очень смешно. Ассалам алейкум? Нет. Жрёшь, сука? Пока нет. Хорошо. 8 засекай. 8 минут? Не закрыл машину? Да нет, конечно, написал, блядь, забирай всё. Ай, блядь! Бери все, что найдешь. Сейчас я в кармашек кошелёк. Я классное место выбрала, да? Да? Очень красиво. Да? Да. Ну такое. Слушай, еще 8 минут, да, пойдемте гулять. Пока мне готовят чизбургер. А ты что взяла? Чизбургер. Из мраморной говядинки? Не похуй, с чего. В смысле? Если не мраморная говядина, то ничего. Дело в них полтора дня, вокруг нас кошелек. Вокруг нас как? Так, Илья. Влог тёлок, давай. Йоу! Давай, 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 что-нибудь спиздани. Что спиздануть? Ну какую-нибудь херню. Как всегда, да, то есть мне просто говорить. Так. Слушай, а она это, ей на камеру нормас. А, бля, она же. Я вообще-то учусь на телевизионном журналисте. Ну давай, давай. Спиздани еще что. Сегодня мы ведем прямой репортаж дня рождения Александра Мирясова. Сегодня ей 20, и мы находимся. У меня шея хрустнула, блин. Это первые признаки старости. То, что тебе третий десяток вошел. Поздравляю, Александра! Стручку. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Со мной сфоткаешься вон там красиво? Конечно, чтобы... Илюх, сфоткай, пожалуйста. Impossible. Будь братаном. Я не в курсе, как получится. Вот пожалуйста. Нет, пожалуйста, возьми. Знаешь, там карточки что? Есть? Я... Карточки, блядь! Зая, мы едем в Чехию! Мы едем в Чехию! Не рипнись, дура. Яна. Ток не пинай. Не расстаюсь с Максимом, кстати. Яп! Нет! Она с ним нет! Почему она с ним рассталась? Я через полтора года хер знает куда. Да уйди, пожалуйста! Тихо-тихо! Сканал из триггера расследования. Быстрей! Я ищу у Яшина. Быстрей! Зай, плохо... Отвали, Щукин, уйди! Да, нормально. Щукин, вот, уйди, вот, пожалуйста! Чтоб ноги худые были только! Да у тебя сидят ноги худые, господи! Пусть будут еще худее! Но это не точно. Куда уж! Не хочешь привлекать, не звонить можно, но уже нет. Как же надо все делать? У меня есть кошелек с солдатами. И мы очень богаты. У меня есть кошелек с солдатами. Мы безумно зачем нам ее пароль, когда можно оплатить онлайн? Илья, я все слышу! А? Если чкаловку сфоткаешь, она будет нормальной? Я не в курсе, у меня телефон сел, не вижу, какая картинка, там надо ночной режим врубить. Потому что сейчас, возможно, опять вот все засвечено через жопу. Слышь, мать, прошла 4 минуты 40 секунд. Еще 4 минуты, еще 3 минуты 20 секунд. Ну хорошо, с математикой ты дружишь, поздравляю. Я в курсе, у меня Санек математик. Он правда не я. Ладно, нет, Санек, он чиновник, но он экономист-чиновник. Он чиновник, экономист, математик. Блять, я сегодня ехала в маршрутке, мне наступили на конверс, я думаю, быстрее бы моя остановка, быстрее бы. Быстрее бы Uber вызвать. Так. А ты сейчас на Uber ехала? На хуй Uber. Ну да, да, на Uber. Ну давай без этого фильтра, я тебя умоляю. Я чмо. С вами камера.
Ура! Ура!